waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Всем привет, меня зовут Антон Чечурин, я педагог музыкальной школы «Виртуозы». Пианист, клавишник, композитор и аранжировщик. Вот об этом последнем моем амплуа мы поговорим сегодня немножко подробнее в этом коротком видео. Принято считать, что успех песни формирует композитор и автор слов, ну и, конечно, исполнитель. Композитор пишет мелодию, поэт пишет слова, и получается песня. Успех песни во многом зависит именно от того, как она звучит. А за то, насколько драйвово она будет звучать, в каком стиле она будет звучать, насколько она будет, есть такой термин, качает музыка, да? Насколько она будет качать, именно за это, за все отвечает, конечно же, аранжировщик. Часто мы не знаем даже их имен, но тем не менее, можем узнать какую-то песню, какой-то хит буквально по первым аккордам, когда даже не было еще слов, не было еще основной мелодии, не пел еще вокалист, но тем не менее мы песню узнаем. Вот именно в этом во всем заслуга аранжировщиков. По сути, это тоже композиторы. Они отвечают за все остальное, кроме основной мелодии, которую сочиняет композитор, и гармонии, за которую тоже отвечает композитор. Очень часто бывает так, что талантливые композиторы одновременно являются и аранжировщиками. Сейчас я покажу вам наглядный пример, как аранжировка может изменить одну и ту же мелодию. Все мы знаем такую детскую песенку. Что же может сделать аранжировщик? Например, он может сделать джазовый свинговый вариант. Красивую балладу. Одна и та же песня звучит совершенно по-разному. Это и есть аранжировка. Ну а в заключение этого видео я хочу вас обрадовать, друзья. В первую очередь, наверное, это будет интересно вокалистам, а также тем, кто пробует или, может быть, уже давно сочиняет свою музыку, но пока еще не обладает достаточными знаниями, навыками, умениями, чтобы их музыка зазвучала действительно по-настоящему, чтобы их замысел творчески воплотился именно так, как это часто звучит внутри композитора. В нашей школе появилась услуга. Вы можете заказать любую минусовку, любую аранжировку, может быть, гармонизацию вашей мелодии, или сочинение песни на ваши слова, или же превращение вашей мелодии в полноценный хит в том стиле, в котором вы его задумали. Для этого можно обратиться к администраторам школы. Всем мир! Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously.